На месте работают криминалисты, правоохранители и сотрудники МЧС. Сейчас трое пострадавших находятся в больнице. Среди них есть 16-летний подросток. ЧП произошло сегодня утром на улице Просвещения. Это в Адлерском районе. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 5 часов 40 минут. На место оперативно выехали пожарные подразделения. Площадь пожара составила 300 квадратных метров. С огнем боролись больше 60 человек и 19 единиц техники. В 6:45 было ликвидировано открытое горение. Соболезнования в связи с трагедией в Сочи семьям погибших выразил глава Кубани Вениамин Кондратьев. По предварительным данным, люди размещались в помещениях, не приспособленных для проживания. Министерству здравоохранения региона поручено организовать всю необходимую помощь. На месте работают краевые специалисты, в том числе психологи. Готова к вылету бригада санавиации. Также важно не только установить причины пожара, определить, насколько строение соответствовало нормам пожарной безопасности. Необходимо выяснить, как допустили ситуацию, когда люди вынуждены были жить в непригодных для этого условиях. Губернатор отметил, что при необходимости родственникам погибших и пострадавших будут предоставлены места размещения. Сейчас на месте трагедии идет разбор завалов. Специалисты выясняют причины возгорания. По предварительной информации, мог вспыхнуть мангал под навесом общепита, который находится рядом с домом. Следователи назначили судебно-медицинские экспертизы, устанавливают личности собственника и наличие разрешительной документации на строение.